Що ж, дуже так гарні були музичні хроніки. Завершимо нашу програму ще гарніше, адже вже наші гарні знайомі у нас в гостях Олександр Єрофєєв та Оленочка Кравченко, дизайнери. Доброго ранку. Набрали з собою, нахватали. Що це розказують? Наочний матеріал принесли. Так, наглядний матеріал. Я підведу, що дуже часто я бачила фото якось у кармашечках у чоловіків, такі платочки виглядають. Я навіть дізнавалася, вони мають назву паше, якщо я не помиляюсь. Так, вони не гігієнічні. Вони не гігієнічні, вони для краси. Давайте сьогодні з'ясуємо це, адже весна, хочеться якихось яскравих ноточок. Вам слово, будь ласка. Добре утро. Ну, безусловно, как бы, аксесуари, нужно понимать, что аксессуары – это все-таки не утилитарные вещи. Это то, что иногда неудобно, некомфортно, но это самовыражение каждого человека. То есть, такой яркий акцент. Да, вы можете свою какую-то нотку, черту характера, то есть, если вы в деловом костюме, да, но вам нужно, ну, характер у вас все-таки более такой дерзкий, игривый, то вы добавляете какой-то яркий акцент, платок, шарф, еще что-то, бабочку яркую, и тогда все уже понимают, что вот что-то в вашем образе не так. Да. Тобто, я так розумію, що це при будь-якому стилі можна, безусловно, да? То есть это и классика, безусловно, если это не какое-то мероприятие, где есть четкий дресс-код. То есть, безусловно, там нужно придерживаться определенных правил. Но если же это работа, офис, есть дресс-код в плане костюма какого-то серого, например, да, но яркий акцент, розовый там платок, это будет действительно очень ярко и красиво. Поэтому не нужно бояться, нужно экспериментировать. Это все должно быть удобно. Ну, нисколько удобно, но должно быть красиво. Вот, да, красиво. Зачастую мы используем там какие-то большие сумки, какие-то платки. Безусловно, иногда это неудобно. Но зато это классно. Эта сумка, она вместительная, с одной стороны. Но с другой стороны, с ней, например, не очень удобно передвигаться по городу иногда. Все время мы кого-то толкаем, какие-то такие моменты. Поэтому... Думаю, що не утилітарно, але красиво. Будемо розбиратися, чи є ще фото, режисери будуть протягом розмови показувати. Скажіть мені, а ось, наприклад, чоловік Артур у костюмі з краваткою. Оцей платочок має бути в тон колір краватки чи ні? Не обов'язково. Не обов'язково. Він має перекликатися. Так, тобто це має бути похожі речі. Безусловно, якщо тут... Даже хотела показать. Вот, например, даже просто на себе, девочки тоже могут. Ну, в принципе, мужской стиль. Человеки, конечно, да? Конечно. Но мужской стиль, он же переходит, в принципе, мы все потихонечку вытаскиваем у мужчин. Да. Вот. Я хотела показать, вот, например, одевая пиджак, одевая какую-то футболку, на ней есть принт, определенные цвета. То есть, вот это, эти платочки могут быть тоже... Цвета повторяться. То есть, вот, например, красно-белый, красно-белый. Засунули, конечно, перед зеркалом. Это... Ну, у вас вышло. Вот, да. И приблизительно вы смотрите, что есть какой-то... Друг с другом они перемигиваются, и это уже будет хорошо. То есть какой-то вот совершенно другой момент, да, он может быть неактуальный и непонятный. А, я бачу, что у вас они шовкові. Тобто, яка тканина має бути? Чи... Є якісь стандарти? Есть хлопок, бывает хлопок и бывает шок. То есть в зависимости от того, что... Я думаю, что мы даже в какой-то стрит-моде можем увидеть, что это будет вообще что-то такое невероятное. Да. Я даже видела такие моменты, как бывают какие-то мягкие игрушки сюда засовывают. Я бачила, думаю, да. Ну, это вот такой момент эпатирования. Вот если он нужен, да, вам, то почему бы... Иногда можно просто взять, вот, привлечет внимание, не складывая кусок, просто вот так берете кусок, вот как-то так свернули его. Как ставили, розочкой, да. Как угодно. То есть большой вот выкрутили. Взял как раз тот вот, вариант, комплект. Когда комплектом. Когда мы с вами можем быть. У него, конечно, не рубашка. Да. Это немножко не тот стиль. Это вечер. То есть можете брать совершенно большой платок. Это маленький. Можно прям взять большой кусок и туда засунуть. Иногда они аж свисают отсюда какими-то такими моментами. Я теж таке бачила. Я думаю, що це неправильно, що воно звисає. Чи можна? Опять-таки, да, это все-таки мода, и это какая-то уличная мода. Безусловно, президент не может прийти на пресс-конференцию, у него тут висит такой язычок, извините. Да. То есть, а если вы совершенно свободны в своем графике движения, то почему не использовать такие моменты? А есть, можливо, какие-то кольори, какие, например, в тренде зараз, какие-то такие модные? Чи... Может, однотонні, может, с принтами? Ну, однозначно, сейчас пастель, ну, модная. Ну, опять же, это не яркий вариант. Не яркие варианты, да. А так красный, ну, это весна, всем хочется цвета, всем хочется чего-то яркого, зеленого. Вот морской стиль красный с белый, синий. Ярко, активно и, ну,
действительно можна використовувати. Зрозуміло. Скажіть, і ще ж є дуже багато моментів, яких складати, да? Все ж таки є такі нюанси. Так само, як кроватку. Ну, можна пожмакати просто. Ну, це саме найпростіше. Тобі якби найпростіше. Треба якось. Ну, кстати, перед тим, як пожмакати, його, звісно, треба спочатку відгладити, да, потім вже пожмакати. В будь-якому випадку не вийде слишком просто. Тобто є способи якісь, да? Ну, зачастую, да. Зараз дуже багато способів. Іноді просто платочок складають. Так, вот. Квадрат. Квадратик. Угу. И вот так мы его ставим, вот мы на линии покажем, тогда углубляем, и вот, к примеру, вот так вот. То есть классический вариант того, что это квадрат. Зачастую треугольничек используют. Треугольнички можно подготовить. Да, можно подготовить, да. Это чтобы они все-таки, если это шелковый платок, он, безусловно, ездит, он скользкий. Угу. Соответственно, закрепляете его булавочкой, уже изначально задав ему какую-то определенную форму, и ставите в карман, вкладываете. И... Да, есть просто еще момент такой, что не все карманы здесь настоящие. Mm-hmm. То есть бывает, что это просто обманка. Да, что называется обманка, да. Поэтому, конечно, вот такие обманки надо подготовленные, вот такие вот срезанные платочки, потому что вот большой туда просто не ну, ну, вот, это скажу, будет вот... секрет у меня, вот, обманка. У вас обманка. Поэтому сюда, да, глубокий не поместится. Да, а и вот это обязательно должно быть. А вот маленький вариант мы с вами можем сюда. Обязательно должен быть фиксатор в виде да, какой-то как-то... булавки. Потому что так он просто вывалится. Mm-hmm. Ну да. Ну круто. Как-то красивенько его туда можем... поставить. Был бы он большой, конечно, он бы выпал сразу. Угу. Саша, тобто, давайте ще раз підсумуємо нашим телеглядачам, що рубашка, сорочка, кроватка добре, так. А якщо светер теж добре, так? Безусловно. Угу. Ну, може, ну, це вже не класичний. Це вже смарт, да, якась мода, умна, очки, там. Ну, а я, да, 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 я інколи бачила, що платочок і окуляри отак ще одягнені, да, і звисають. Да. Вешают иногда даже на мужские костюмы, вешают, знаете, когда смешивают брутальный стиль, какая-то борода, усы, и тут какой-то маленький Микки Маус, например, на кармане. То есть вставляют как такую... И значок. Ну, да, и значок какой-то, какая-то символика определенная. То есть это все-таки в таком брутальном образе, и тут бац, и Микки Маус уже как-то, понимаешь, человек с юмором уже, значит. Ну, мода вообще поле для фантазии. Да-да, это точно. Але вы, как дизайнеры, вы позитивно относитесь до такого, вот в своем житии так совершенно? Безусловно, конечно. Конечно, да, да. Угу. И пытаемся иногда даже пропагандировать это в массах каких-то. Да, причем, кстати, что с нами не соглашаются иногда. Кстати, ехала когда на эфир и вот просто смотрела на людей. Не очень николаевцы любят шарфики, я так поняла. Да. Вот как-то больше погода сейчас диктует эту моду, потому что как-то вот можно чуть-чуть завязать шею, прикрыть, а потом снять, когда солнышко вышло. А так, в общем, как аксессуар это не используется больше. Вот я думаю, так у вас. Да, не лише маленький, мы ж свідомо це не засунемо в кармані. Да, так, вы великі такі собой? Є шарфи. Обычные шарфи. Mm-hmm. Вот эти шарфи, наверное, там, знакомы всех, всем, наверное, еще там с 2000 каких-то там начала годов. То есть это вот, которые обычно повязывали. То есть там все возможные могут быть. Да, даже просто вот так. Ковбойский стиль, так? Ковбойский, да, да, художники. Какие-то, ну, да, совершенно, свободные люди. Можно вот так вот просто даже оставить, повязывали и вот сюда. И это також да, и для чоловіків, и для жінків, так? Для жінок. Ну, для жінок більше, я більше, так знаю. Да? В мужской моде а. Есть платки. Есть платки, которые под рубашки одеваются, и специальные хлопчатобумажные платки, а. Они между подворотничком, вы можете не застегивать первую пуговичку, он красиво завязывается на шее, перекидывается. Он прямоугольной формы, иногда квадратный, но зачастую специальный крой, они такие вытянутые, они вокруг шеи обкидываются и под рубашку прячутся. То есть сверху можно надеть жилетку, то есть это пришло к нам из Европы, конечно, это классика, то есть, которую забыли и вот буквально сейчас вспомнили, потому что европейцы вспомнили ее раньше, мы, конечно, чуть-чуть позже. Но смотрится очень круто. А як бути з кольорами жінкам? Теж так само, як і з платочками у чоловіків буде? Ну, я думаю, ще більше смотреться, якщо здесь аксесуар ну, вот, довольно далеко, і він більше к одежді. Пытаемся мы его привязать, то вот шарфы на женщинах, то, скорее всего, это больше по цветотипу, потому что, ну вот, я даже смотрю, Ира, вам, скорее всего, оранжевый, но не совсем ваш. То есть он, конечно, вас освежит, но он немножко, ну вот, это яркое пятно будет не ваше. Вот, поэтому вот так, наверное, и смотреть. Угу. Ну, больше цветотип человека. Пользуйтесь аксессуарами, не бойтесь, серьги,
кольца. В последнем сезоне вот дизайнеры диктуют, чтобы было по несколько колец, но чтобы они были связаны между собой. То есть эти цветы, то есть какие-то крупные массивные цветы, чтобы два с цветами были, например. Серьги какие-то большие, любых цветов. Чем ярче, тем лучше. Какие-то серьги-люстры, которые аж до плечей свисают. Да, такие. Это часто можно покупать. То есть, да, можете смотреть, это ярко, да, очень ярко, очень модно. Браслеты по несколько штук на одну руку, браслеты на ногу. То есть при том, что классическая юбка, классический туфель, лодочка на шпильке, и там тоненький какой-то цепочка, браслетик с камешками какими-то. При том, что вы можете даже так пойти в офис, если у вас нет определенных строгостей, да, по дресс-коду. Ну, в общем, весна, да, люди раздеваются, поэтому надо как-то украшаться, чтобы выделяться. Да, но чтобы не сильно раздеться, используйте шарфы, платки, чтобы кое-что можно было все-таки оставить тайной. А вот це, что раздевается до початку літа можно носить шарфы, как аксессуар. И летом можно. И летом, наверное. Шелковые, безусловно, смотря... Я же говорю, иногда это не утилитарно, неудобно, но если... Есть знаменитые люди, которые все время ходят с зонтиками. Mm-hmm. То есть, да, Анна Винтур, которая все время носит шарфы Эрме в любое время года и всегда белый. То есть, ну, очень много моментов, ну, которые... Ну, смотри, в принципе, если взять Арабские Эмираты, то там это утилитарно как раз-таки, жара. Там, да. Прикрылся, закрылся и пошел. То есть, шарф — это, в принципе, и летний аксессуар тоже. Дякуємо. Так, Рустам, питай. Я ще, так, проникся вашу тематику аксесуарів. Що ще з таких аксесуарів? Наскільки я знаю, капелюшка. Так, як в моді у чоловіків, як скоріш навіть більше у чоловіків. Тобто це теж така дань моди, чи можливо це вже вийшло з моди? Ні, це как раз таки в моді не тільки у мужчин, а даже у женщин. Бейсболки, шляпи з огромними полями, опять-таки, це неудобно. В автобус в такій шляпі огромній не зайдете. І даже когда, если вы выйдете в Николаев, ну, понятно, у нас будут косить немножко. Ну, а маленькие шляпки, такие лондон стайл, да, плоские... такие головки, да, у них очень удобно, очень красиво, такие маленькие английские королевы, то почему нет, это удобно, это красиво и очень даже стильно, то есть вас заметят сразу на улице. Тож, якщо хочете, щоб вас помітили, одягайте капелюшки. Я просто так не можу вас відпустити, не продемонструвавши на моєму Артурові, от в нього навіть... Приберіг так, він одяг, отож підготував до вашого приходу і прошу на ньому зараз показати. Да, так, я хочу ще показати, як може виглядіти пара, яка йде на прогулку в весеннім такому стилі, і хоче відповідати друг другу, і, в общем-то, улыбнуть друг друга і тих людей, які увидять. То я зараз одягаю, так? Да. Мені таке подобається, коли пари. Так, я одягаю це зараз. Смертельний номер. А чого смертельний? Гарний номер. Образиться наш Артур. Одразу ж. Хоп-хоп-хоп. Став солідний, гарний. І яскраву таку тобі. Ладно, яскраву нюансик тобі такий для того. Ага, на одну. Це дуже важливо. Так, якщо дві пуговиці, то на одну. Да, так, ніколи не застегивайте останню пуговицю. Скільки корисної інформації сьогодні ми дізналися про капелюху. Про... А ось, там можна дивитися. Можна дивитися. Так, так. І сміливо йде, можна йти на гуляти. На побачення. На побачення. Такі приходите разом і такі однакові трішечки. І давай, от так. О, подивіться, друг, що у нас вийшло. Ну, щось таке. Тобто жовтеньке, жовтеньке. Перекликається. І дуже часто на мероприятиях супруги одягаються іменно так. Тобто, сразу зрозуміло, хто з ким прийшов. Хто з ким прийшов. Ну, да, хто з пари не роз'єдиняться. Даже дітей іноді одягають теж в тому, щоб було видно, де ще ребенка. Це круто. Ось так, да. Ось так. Дякуємо так вам. Так і остаємося. Дуже цікаво, скільки нюансів. Отак не знаєш про них. Живе, не знаєш. А ось знав, і можна себе прикрасити і ходити гарно. Дякуємо вам, і вам що спасибо. Так все розповіли. Олександр Єрофєєв, Олена Кравченко, наші друзі-дизайнери були у нас в гостях.